Узбекистан прилетел президент футбольного клуба «Барселона» Жуан Лапорта. В международном аэропорту Иссык-Куле его встретил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Также на встрече были юные футболисты, которым повезло получить автограф Жуана Лапорты. В селе Тамчи прошла пресс-конференция игроков футбольного клуба «Барселона». На мероприятии звезды команды ответили на вопросы журналистов. Глава клуба подчеркнул, что кыргызстанский футбол находится на важном этапе развития и выразил свою глубокую уверенность в том, что молодые таланты из Кыргызстана в скором будущем смогут привести свою страну к участию в чемпионате мира. Хочу выразить свою искреннюю благодарность президенту Садыру Джапарову за важный шаг в развитии спорта в Кыргызстане. Инициатива по строительству Академии Барселоны в Кыргызстане – это огромный вклад в развитие спортивной инфраструктуры и образования. Клуб «Барселона» всегда служил ярким примером принципов, ценностей и стиля игры в различных видах спорта. Уверен, что Академия будет следовать этой философии, и ее стандарты будут столь же высокие, как и у клуба. Это большой шанс для нашей молодежи развивать свой спортивный потенциал и учиться у лучших. Надеюсь, что будущая академия будет наполнена успехами и внесет свой вклад в формирование новых поколений талантливых спортсменов и лидеров. Проект Академии Барселоны приоткрывает перед нами перспективы для развития спортивной культуры в нашей стране и поможет сделать Кыргызстан узнаваемым на мировой спортивной арене. Карлес Пуйоль, бывший капитан команды «Барселона» на протяжении 10 лет и обладатель 6 чемпионатов Испании, 3 титулов Лиги чемпионов и 2 клубных чемпионатов мира, поделился своими мыслями о прошлой карьере и предстоящем дружеском матче. 10 лет я был в роли капитана, и это был непростой, но захватывающий путь. Первые годы были испытанием, но со временем все стало на свои места. Первые годы моего капитанства я осознал, что моя роль не просто вести команду к победам, но и создавать обстановку доверия и поддержки между игроками. Бывшие игроки «Барса», в числе которых легендарные Рональдиньо, Карлес Пуйоль и Ривальдо, до 30 августа будут находиться в Кыргызстане. Они примут участие в официальном открытии Академии испанского клуба в Джалабаде. Планируется также заложить капсулу под строительство подобной академии и в Бишкеке. Франшизу приобрела местная компания. И те задачи, которые поставлены руководством страны, на сегодняшний день выполняются. Почему? Футбол, почему Барселона, почему мы должны развивать это направление? Потому что футбол – это не только игра, она больше, чем игра. А тем более, когда сегодня в нашу страну приходит Барселона, именитый клуб, я вам хочу сказать одну деталь, когда они стали чемпионами этого года, в ТикТоке было поздравление, 6 миллиардов человек поздравила Барселону. 6 миллиардов. И сегодня этот клуб прилетел в Кыргызстан во главе с уважаемым мистером Лапортом.
Завтра легенды футбольного клуба «Барселона» сыграют против команды легенды Азии в Бишкеке. В товарищеском матче против легенд испанского клуба сыграет президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Глава государства будет выступать за легенд Азии. Матч состоится 30 августа на стадионе имени Долона Умурзакова. Начало в 20:00. Сымбат Алмазова, Гумушбек Куттубеков, УТРК «Чуй».